Конференсье, гастроли театра под большим срывом. Нужно срочно что-то делать. Нужно Киса. Что-то придумать. Я пропал. Киса. А через час мы уже...
Мы те, кто вам нужен, милейший. Как вам идет эта бабочка к цвету ваших бровей? Шикарный. Мы сделаем всю работу блестяще. Мы профессионалы. Я блестяще веду корпоративы, увеселительные праздники, свадьбы. Похороны. Боже мой, слушайте, товарищ, не мозольте мне уши. Вы правда можете взяться за эту работу? Все что угодно, но сколько вы платите? У нас не нотариальная контора. Работы будет много, и потом, ну, а же работа сдельная, по расценкам Рабиса. К тому же, у вас будет своя каюта и бесплатный стол. Нам опять предлагают безнал, но у меня есть свои условия. У нас есть мой мальчик, мой ассистент. Мальчик? Молод не по годам. Вы знаете, вот насчет мальчика я как-то сомневаюсь. Не было кредита, можно вас сюда... Но если вы его возьмете за свой счет, ну, поселите его в своей каюте, то ради бога, соглашайтесь. Киса, вы снова будете жить в ванной. Прошу вас, ну что же? Это сценарий. Мы спасены, боже ж мой, мы спасены. У нас есть работа, киса. Этот год начинается прекрасно. Итак, ваши аплодисменты, друзья мои. Асабендер Киса Воробьянинов. Как долго ехал тот автобус, Киса, и я не слышу этих аплодисментов. Наливайте, друзья, наливайте. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Кстати, посмотрите, у тебя в карманах билеты облигаций госзайма. Вас сегодня ждет беспроигрышная лотерея, если фортуна повернется к вам лицом, а не как к нам с кисой, то вы сможете выиграть ценные призы. Заседание начинается, господа присяжные заседатели. Прекрасно. Для торжественного открытия вечера мы приглашаем сюда генерального директора компании Video International Сергея Васильева. Под ваши аплодисменты. Добрый вечер. Добрый вечер. Он действительно добрый, несмотря на трудную погодную и дорожную обстановку. Все, что у нас есть, все, что нам достается, достается нашим с вами трудом, нашими с вами делами. Эффективным, ежедневным, слаженным, креативным трудом. И я уверен, что 2012, который, ну, наверное, тоже принесет какие-то проблемы, какие-то сложности, зная, как мы с вами умеем эти проблемы и сложности преодолевать, будет столь же успешным и столь же добрым, как 2011. И даже лучше. С Новым годом вас всех! Ура! Ура! Эти расточительные капитаны, им только стаканы бить. Ну что же, наш пароход «Виктория» отправляется! О, великолепная Турция, жемчужина морей! Неужели здесь, Остап Девы, а неужели здесь мы наконец найдем мои драгоценности? Да, драгоценности вашей тетушки, но ничего, Кибер Фибер Карлович фон Стычкинсон. Все впереди. Все впереди, будем действовать тихо и без шума. Слушайте меня, и вы не будете делать ошибок, поскольку сегодня парадом командовать буду я. Да, но как именно мы доберемся до драгоценностей? А, все очень просто. Дело в том, что мы приплываем в Турцию, а у турков, поскольку я являюсь турецким подданным, мой папа хоть и был наполовину евреем, наполовину турком, он знает все про Турцию и говорил мне: скажи туркам «тамам пара йок», и все будет хорошо. «Тамам пара что?» Вам не нужно запоминать это, киса. Да, «тамам нет, хорошо, я все равно пара не могу это йок». Повторить в любом случае. Да поможет нам святой Николай. Кстати, у турков святой Николай считается, ну, чем-то вроде Деда Мороза. Безусловно. Самое главное, что на борту, у нас на борту находятся те 12 стульев. В одном из них находятся драгоценности. Да. И чтобы вытащить эти драгоценности, посмотрите на зал. Мы плывем с небедными людьми.
Ну это да. Которые не только разбивают стаканы, не только долго едут к нам, но они еще и знают толк в вещах. Поэтому не волнуйтесь, киса, мы проведем беспроигрышную лотерею. И пока они будут вскрывать стулья, мы найдем драгоценность. О, вы в этом уверены? На все 100! Киса! Да. Приободритесь. Я пытаюсь. На вас больно смотреть. А вы не смотрите. Смотрите туда. Мы прибываем в порт. Удивительная все-таки страна Турция. Да, нет ничего прекраснее восточных женщин. И вы в этом скоро убедитесь, папаша. Да? Да. Прямо сейчас при всех вы услышите чарующую песню из сладких алых сахарных губок женщины Востока. Я готов.
уже у вас появился... Первый русский поклонник. Кавалер. Человек рекламы. Товарищ Бендер. Горящий мужчина. Стулья. Тихо, Стулья. Киса. Тихо, не надо выдавать себя, Киса. Я пытаюсь. Будем действовать, действовать и делать. Продолжаем. А сейчас, дамы и господа, только сегодня и только сейчас вы сможете стать обладателем стульев из дворца. Обратите внимание, стулья ореховые, мягкие работы Гамса. Но самая главная их ценность в том, что... Ну, об этом позже. Товарищ Бендер! Только не это. Простите, вы не видели моего мужа? Суслик! Нет, не суслик! Нет, это не суслик! Суслик, милый! Нет, не суслик! Я не суслик. Я поняла, что не суслик. Что вы делаете? Бумажки какие-то! Суслик, милый, вернись, суслик! Ох уж это мадам Грицацуева. Вечно ей не имется. Даже на корабль проникла инкогнито. Товарищ Бендер, но тут она выронила ничего, два билетика. Будем считать, что девушка с чистым сердцем и с легкой рукой у нас побывала. Тихо. Итак, на сцену... Приглашаются счастливые обладатели билетов. Б-4505 и С-2275. Есть! 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 Так. С-2275. Прекрасно. Но нам нужен еще один обладатель билета. Б-4505. Ах, вот он. Ах, вот он. Где вы были, милый? Вы кричали, надо было выходить. Друзья, в следующий раз не надо кричать. Ну что же, друзья, эти стулья ваши. Вот ваши микрофоны, прошу вас. Но подождите, подождите, дорогие мои. Но для этого вам нужно исполнить фант. Все не просто так. Не у, а фант. Вам предлагается на выбор три варианта. Или вы отвечаете на вопросы викторины. Или вы участвуете в аттракционе, который называется «Активность», или праздничный поздравительный тост всем коллегам. Выбирайте. Прошу вас, еще раз. Поздравительный тост. А вы что выбираете? А что было первое? А первое было викторина. Викторина. Итак, как вас зовут? Юля. Юля. Поздравьте, пожалуйста, коллег, искренне, и скажите им всю правду. Вы в каком отделе работаете? ОФМ, отдел финансового мониторинга. Отдел финансового мониторинга. Расскажите всю правду о финансах. Прошу вас. Дайте шампанское. Дорогие коллеги, поздравляю вас с новым 2012 годом, годом дракона. Желаю вам самое главное здоровья, успехов и чтобы наши финансы только росли в новом году. С Новым годом! Ваши аплодисменты! Финансовый мониторинг всегда впереди! Ну что же, вам надо ответить правильно на три вопроса нашей викторины. Итак, кстати, вы можете помогать своему коллеге. Итак, первый вопрос. Самый главный дед на новогоднем празднике, Руслан, варианты. У вас еще есть варианты. И вы не успеете зайти в Google, между прочим. Дед Мазай, Дед Мороз. Хорошая реакция у компьютерного отдела, я вижу. Прекрасная реакция, Руслан. Дед Мороз. Дед Мороз. Какой несложный был вопрос, но это правильный ответ, друзья. Давайте аплодируем.
Вы сказали пейсы? Третье. Он сказал третье. Третье. Ну, компот. Третье. А, компот. Великий Устюг вы имеете в виду? Да. Вы уверены? Да. А говорят, что он живет в центре, на Тверской. У него хорошая пятикомнатная квартира. Это Дед Мазай. А, это Дед Мазай купил себе квартиру. Это правильный ответ. Безусловно, это Великий Устюг. Третий вопрос. Все очень у нас сложные вопросы, Руслан, вы понимаете, мы готовились. Обязательный атрибут новогоднего праздника – это кактус, елка или береза? Почему так в России березы шумят, Руслан? Объясните нам. Специально мы ничего не подстраивали. Поздравляем вас с наступающим. Заметьте, я сказал, выбирайте. С Новым годом. Какой именно. Поаплодируем нашим первым героям. Прошу вас, отправляйтесь в зал. Giorni tondo per chiude messi son troppe maledetto cangarito non mi compri col batte se scambara andando in c'è come un grassista devi giù Susanna Susanna
это черный конопино. Пью демезе сан-тропе. Тонкие нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные крем-соусом из тунца. Ой, не могу даже представить, о чем вы сейчас говорите. Знаете, о чем? О чем? Об известном итальянском блюде. Вителла Тонато. Нам и нашим гостям сегодня улыбнулась удача. И прямо сейчас они попробуют это итальянское блюдо. Внесите! Друзья, buon appetito! Grazie, grazie, grazie! All you can learn to the bambo is crazy. Fish and canal. Bang, you win. I love the mini bang, you bang. Bounce on by me and you leave it down low. If you're gonna bang it out, take it out the bow. Hey, mambo, mambo, Italiano. Hey, mambo, mambo, Italiano. Go, 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 shake it like a man. If you're on the leash and I'm plaza band up. Итак, на очереди три стула. Я очень волнуюсь. Да. Кажется, там идет какая-то дама. О боже, это она. Это она, киса. А что же делать? Будем действовать без шума. И запомните, никакой уголовщины. Я все беру на себя.
И вот эти два билета у вас. Подождите, во-первых, у нас три стула и два билета, этого мало. Давайте, давайте я сделаю. Вытащите третий. Сейчас я сделаю это. Ну-ка. А вы знаете, Остап, я слышал, что в Италии есть такая традиция на Новый год выкидывать мебель из окна. Попросту избавляться ее посредством выкидывания. Так я подумал, может быть, мы выкинем стулья с теплохода, а потом подберем их. Прекрасная идея, киса. Еще есть такая идея набить чечевицы рот. Господи. Сделайте это с собой и не предлагайте мне разные ерунды. Счастливчики! На сцену приглашается номер В785. А также С580. С580. И третий? В275. Что у вас, молодой человек? Давайте посмотрим. Так. В275. Вы не обманули? Прошу вас, выходите к нам. С580. Покажите. Так заходите скорее. Браво! Вы меня боитесь, моя дорогая. О. Вот он. Показывайте. Борис, вы пользуетесь популярностью. Викторину, отвечайте на вопросы или поздравительный тост. Викторину. Викторина, вы. Поздравительный тост. Шампанское, пожалуйста, к нам на палубу. Шампанского, а вы что? Как вас зовут? Мария. Машенька. Марина. Мария. Маша, да. Маша. Я... Вы в каком отделе работаете? Тематические каналы. Тематические каналы? Да. А что там происходит у вас в отделе? Что вы делаете? Ой, мы продаем самые интересные, самые лучшие, самые необычайные каналы. Кабельно-спутниковые. Целиком каналы продаю. Киса, вы понимаете? Да. Суэцкий канал продали в прошлом году. Суэцкий канал. Почему они так гуляют? Я понимаю. Мы продаем будущее. Понятно. Ваш тост вашим коллегам, друзьям. Всему Видео Интернешнл. Я хочу поздравить всю нашу компанию, весь наш дружный коллектив с наступающим Новым годом. Я хочу отметить то, что этот год для нас был годом очень продуктивным, очень... достойным. Мы все были большие молодцы. Я за вас, за всех. Мне кажется, каждый из наших департаментов постарался и сделал все от себя возможное и все самое крутое в этом году. Вот. С тем же упорством, с тем же настроем войти в 2012 год. И чтобы у нас в семье и с родными людьми тоже все было круто. С наступающим! Аплодисменты! Аплодисменты Марии! Маша, вы молодец! Да, я... Отработали свой фан! Ну а сейчас будем испытывать Бориса! Да! Итак, Борис... Помощь зала можно? Да. Помощь зала? Пожалуйста, друзья, расскажите Борису, сколько лучиков у Снежинки? 6. Браво. Спасибо. Сразу видно, что зал. Вас уважают в зале. И это правильный ответ.
Ну это как пойдет, вы понимаете? Хоровод али вальс. Все-таки хоровод, я думаю. Хоровод. Какой же вы, Борис, умный. Не зря вас так любят в компании. Как зовут вас, у юноша? Меня зовут Иван. Иван! У вас есть фанаты, Иван? Да, у меня есть фанаты. Чем же вы занимаетесь, Иван, в компании Video International? Я IT-специалист. Все понял сейчас я. IT-специалист. Да, я IT-специалист. Я понял. Отлично. Вы IT-специалист, Иван. Прошу вас, ваш новогодний тост. Я хочу поздравить всю нашу огромную компанию Video International с наступающим Новым годом. Пожелать вам больше позитивных, хороших эмоций, побольше впечатлений, побольше путешествий. Для меня это очень важно, я люблю путешествовать. И я хочу поднять этот бокал за ваши светлые головы. Как в том знаменитом фильме, прошу вас. Одно пока. И одно кольцо, это вполне естественно, было бы два сердца, было бы два кольца. Вы вскрыли сердец. Ну что же, давайте поаплодируем. Это вам. Это ваши новогодние подарки, которые вы выиграли. Спасибо. Прошу вас. Но предлагаю прямо сейчас вам, друзья, выпить за Италию и отправиться прямо в Испанию. Вы любите виноград, я смотрю, Ипполит Матвеевич. Ненавижу. Я ненавижу виноград, но вы в Испании есть поверье, что если вы съедите 12 ягод винограда и загадаете 12 желаний, то многие исполнятся. Осталось немного. Вы верите в приметы? Но. Нет, не особенно. Не особенно? Нет. Посмотрите сюда. Что это, господи? Я приобрел на Новый год в Испании... Носки. Какие ужасные красные носки. Вы что, суеверные? Это что, какая-то примета? Да, в Испании есть такая примета, что нужно встречать Новый год в красном. Тяните билет. На нас все смотрят. Ну, это ничего. С этим мы справимся. Итак, я приглашаю сюда человека, счастливого обладателя билета номер Д. 2012. Меня зовут Вадим. 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 Прекрасно. Что вы выбираете, Вадим? Активность, викторину или как уже повелось в компании Video International праздничный тост? Я выбираю активность.
Но для этого мне потребуются помощники. Помощники? Помощники. Пожалуйста, но вы должны будете их как-то вызвать или выбрать. Или, может быть, вы просто покрутите лототрон еще. Давайте раз. Попробуем выбрать. Давайте вместе с вами, Вадим, это сделаем. Давайте. Аплодисменты. Испанская страсть в эту новогоднюю ночь для вас. Аплодисменты, друзья. Hasta cuándo.
талисман де ту пьер мьяничо, кьо соле рейна де тус капричо, йо соле лас де лос корасонес, ке се пасьяне тус тентасьонес. Эль талисман де ту пьер ме куэнта, кен ту мантура кайран лас риандас. Куанду на ноче де амор десесперадос, каигамос хунтос энредадос, ла фомбра эль арредедор, акаба.
Плывем дальше. Совсем скоро мы окажемся в Соединенных Штатах Америки. О, Америка! Курс на запад. Прямо сейчас. God's present. In a city that doesn't slip, and Puppet and King on the hill, top of the hip, this little town blues. A brand new start of that at old New York. And if I can make a lot, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Я знаю, знаю. Браво! Киса, киса, мы в Нью-Йорке, киса. Здесь сбываются мечты. А вы не знаете, кто эти странные люди? Вы о чем? Вы о нас? А это мы? Это мы. А может быть, они в розыске? Нет, это мы, киса. А киса. Я пытаюсь повернуться и все равно себя не вижу. Может быть, я делаю это медленно? Вы имеете в виду тех, вот они, эти странные люди. А, кто вот это? Эти? Но это не мы. Это не мы, киса. И а они не это? В розыске. Может быть, это ваши поклонники или мои? Нет. Не думаю. На самом деле, в компании Video International происходил конкурс. Да, лучшие из лучших выбирались на лучший слоган. Вы знаете, такой слоган, киса? Нет, но я думаю, что я проживу без этого. А слоган? Это то же самое, только с неправильным ударением? Блестящий, киса.
Вы молодец. На самом деле, победу одержали лучшие. Я приглашаю сюда Юрия Ширяева и Наталью Канатникову. Под ваши аплодисменты. Юрий, добрый день. На этом празднике жизни. Действительно, никто не будет лишним. Вы молодцы, вы лучшие. В этом году вы выиграли, и вам представляется честь вытянуть из нашего лототрона имена счастливчиков. Прошу вас, Наталья, Юрий, проходите. Я его покручу за вас, чтобы вам сократить работу. Прошу вас. Поставьте два стула, морячки. Морячки, поставьте два стула. А-150. Юра, давай. Б-57-20. Ну а пока эти прекрасные люди поднимаются, мы должны поблагодарить вас, еще раз поздравить своими аплодисментами за ваши два прекрасных слогана, вы говорили? Слоган. Юрий и Наталья, вы молодцы, прошу вас. В-5720, безусловно. Да, да, да. А у вас на кухне газ. А, В-920. О, прекрасный нашел. Человек, заходите скорее. Идите к нам. Идите скорее к нам. Идите скорее к нам. За вас позаботился молодой человек. С Новым годом наступающим. Прошу вас к микрофонам. Ну что же, давайте знакомиться. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, а вас? Татьяна. Яна. Татьяна и Яна вместе с нами. Что же вы выбираете? У нас есть три варианта. Активность, викторина или праздничный тост. Праздничный тост — это уже банально. Да, а активность — это совершенно не обязательно стоять на руках. Вполне можно рассказать, ну, стихотворение прочесть. Небольшой танец. На руках. Очень простой какой-нибудь стихотворение. Если часто ездишь гостинка, много кушаешь пудинг. А понимаешь? Нет, так никому не слышно, кроме меня. Так, то есть я совершенно счастлив, что я слышу это, но все остальные очень завидуют. Прямо в микрофон. Не бойтесь, Яна, мы с вами. Когда часто ездишь гостинка, много кушаешь пудинг. Не бываешь пудинг, а бываешь толстинг. Еще раз. Все. Так нет, не слышно же. Вы слышали? Нет! Мы хотим еще раз услышать! Да, мы попросим Яну еще раз произнести это вслух! Я же забыла уже. Если часто едешь в гости, у вас было начало такое? Да, и много кушаешь пудинг, не бываешь худинг, а бываешь толстинг. Не бываешь худинг, а бываешь толстинг. Что-то такое. Прекрасно. Друзья, ваши аплодисменты. Прекрасный праздничный тост, ну а вас ждет викторина. Так. Метель. 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 Верный ответ. И это верный ответ. Прозвище Деда Мороза. Красный нос. Мне понравился реплика из зала. Прозвище Мороза. Красный нос. Белая борода, красный нос, ледяной дед. Вы уже получили правильный ответ. Красный нос. Правильно. Правильно. Ну, совершенно верно. Хотя этот вопрос сложный, с подковыркой, будем честны друг другу. Из детства. Их принято дарить на Новый год. Комплименты, ключи от квартиры, где деньги лежат, или подарки? Подарки. Подарки, Татьяна. Так, нам не достанется ни одного стула. Да. Стулья ваши. Ну что же, прошу вас.
Режьте аккуратно, могут быть дорогостоящие хрупкие предметы. Ну что же, можно достать уже. Разрезали казенный стул, теперь уже доставайте смело. Давайте, давайте. Аккуратно, там могут оказаться фигурки, судя по расстановке доски. Давайте я помогу вам. Кажется, что-то есть. Что-то есть. Блюдечко с голубой каемочкой. Яблоко. Яблоком будем мы с кисой кататься. Спасибо вам большое. Под ваши бурные аплодисменты. Как вы думаете, друзья, куда мы сейчас отправимся вместе с вами? В Бразилию, да, но мы в Америку, в Америке. Нам нужна остановка, чтобы подзаправиться. Подсказка, маленький остров. Маленький остров. Куба! Куба! Именно туда мы отправимся прямо сейчас. Вместе с вами отправимся в роскошный порт Гавана. Thank you.
Суслик мой! Суслик, где ты? Я весь вечер за тобой бегаю! Суслик! Ухумаялась! А вы кого-то ищете? Суслика! Не видели? А он, товарища Бендера! Он туда пошел? Туда пошел! Честное благородное слово! Правда? Суслик, где же ты, мой заокеанский петушок? О. Суслик, суслик, милый! Я достаю раз, достаю два и достаю три счастливых номера. А, как Александр, 21.00. И это не 9 часов, заметьте. А, 21.00. В, как Виталик, 15.20. И это, как вы понимаете, не 20 минут четвертого тоже. Виталик в 15.20. Виктор 44.75. Это уж вовсе ни на что не похоже. Это пин-код Виктора. 44.75. Ва! Вы... А вы кто? Здравствуйте. Это спонсор. Нет. Это А! 21.00. Прекрасно, ваш билет. Скажите, а что, есть ли прекрасные люди под номерами В-1520 и В-44-75? В-1520. Вы к нам идете или так просто? У вас номер 23.00. Так это свидание. Прекрасно, о, я боже мой. Нет, одну вы минуточку. Будете... Да, пожалуйста, пожалуйста, Евгений, пожалуйста. С наступающим Новым годом. Я так и думал. На самом деле, активность, викторина или праздничный тост? Вы готовы на викторину? Как вас зовут? Мария. Мария. Маша выбрала викторину. Вы что? Какие варианты? Еще раз. Активность, викторина или праздничный тост? Праздничный тост – это скучно. Выбирай, будь активным. Да, давайте, давайте. Йоу! Первый человек выбрал у нас активность. Итак, а вы? Что выбираете вы? Какие варианты есть? Активность, викторина. Активность, викторина или праздничный тост? Активность. Активность. Да. У нас два активных мужчины и очаровательная викторина. Что ж, начнем с активности. Естественно. Мария, идите к нам, будем смотреть. Мы дадим вам немножечко больше места, господа. Скажите, а что вы будете делать? Читать стихи, петь, танцевать, стоять на руках, делать отжимания, делать какие-нибудь трюки? На самом деле, необходимо сейчас угадать фильм. После отрывка на экране надо вам, друзья мои, угадать фильм. Из какого фильма этот отрывок? Внимание на экран. Первый, пожалуйста, отрывок. Ну, конечно, так сложнее, без звука. Со звуком каждый догадается. Она говорит ей о том, что она сучка крашеная. Прошу вас. Любовь и голуби. Любовь и голуби, конечно. Браво! Да. Ваши аплодисменты, это верный ответ. А дайте нам еще какой-нибудь фрагментик. Вы купили новые сапоги? А отвечайте не вы сейчас. Вам нравится? Очень вызывающе. Да. Я бы такие не взяла. Что, будет досрочный ответ? Досрочный ответ! Внимание зала! Служебный роман! Абсолютно верный ответ! Еще есть третий вариант, прошу вас. А может быть, теперь Мария попробует угадать? Мне кажется, это было бы честно. Мария, смотрите скорее на экран. Как вы думаете, что это? Он же памятник! А, да? Варианты, прошу вас. У вас все фильмы старинные? Да, 71-го года. 71-го года. Вы какого года рождения? Такого же. Тоже 71-го? Вы старинный человек. Значит, название фильма, сейчас скажу, как называется. Там нужно было, да, совершенно верно. Они «Джентльмены, да?» Удачи, «Джентльмены, удачи». Удачи. Браво, браво.
Абсолютно верный ответ. Что же мы делаем дальше? Что же будет делать Мария? Мария будет отвечать на вопросы викторины. Прошу вас, Мария. Мария. Подойдите ближе к микрофону. И такие у нас вопросы. Без какого блюда, Мария, на вашем новогоднем столе нельзя? Я приглашаю сюда вас дербанить стулья, пожалуйста. Мария выиграла права. Вот так в нашей стране получают права. Да. А вот как в нашей стране получают обязанности, вот это не очень понятно. Мы отправляемся в Бразилию. Что хорошего в Бразилии? Прежде всего, это карнавал. Бразильский карнавал. Кто был в Бразилии на карнавале? Поднимите руки. Кто был из Video International на бразильском карнавале? Бросайте все, друзья. Бросайте работу. Езжайте в Бразилию. Я поеду с вами. Бонусом. Итак, мы отправляемся в Бразилию. Что с вами? Посыпьте на фотографов, пожалуйста. Они так не ели целый день. Да. Благодаря мне, может быть, мы в конце концов разбогатеем. Главное соблюдать приметы во всех местах, куда мы попадаем. Неужели вы не знаете, что, ну, что в Рио-де-Жанейро главное, самая хорошая примета — это в Новый год одеваться в белое. Надевать белую одежду, белую, чистую. И разбрасывать лепестки роз, как бы даря окружающим красоту. И потом, может быть, окружающий подарит тебе что-нибудь тоже. А нижнее белье тоже учитывается? Учитывается все. Киса, самое главное в Бразилии – это карнавал. Карнавал – это музыка, это женская красота, это веселье. Это просто счастье. Кто не был, советую. В Рио-де-Жанейро. Карнавал, кстати, в феврале. Да? Да. Так что после новогодних праздников можно съездить. Прямо сейчас бразильский карнавал у нас на пароходе «Виктория». Встречайте.
Это последний стул. Наконец-то. Скорее, посмотрите. Ну, посмотрите, Остап, неужели там нету? Где же драгоценный? Ах, вот он, вот он, мой дорогой стульчик, а что он? Какая-то идиотская записка. Что это такое, киса? Я не знаю. На сокровище, найденное в этом стуле, была создана наша музыкальная группа. Спасибо тому доброму человеку, который зашил в этот стул бриллианты. А, вы, наверное, хотели найти бриллианты в этом стуле, да? Да, усатое чудовище! Мы нашли их раньше, и я, и мой театр создали на это группу. О, вы забрали наши деньги, вы звери! Да, вот именно, мы именно эту группу так и назвали. Мы ее назвали «Звери». Берите ваш приз. Ну что же, дамы и господа. Ну что ж, друзья, встречайте группу «Звери». Мы с вами прощаемся. С наступающим Новым годом.